Подсудимому 25 лет. Он иностранец, приехал из солнечного Узбекистана на заработки, но жил в Димитровграде без регистрации. Совсем на эту лошадь. По-русски говорит, но плохо, поэтому на судебном процессе присутствовал переводчик. Подсудимый обвиняется в двух грабежах в апреле-мае этого года. В одном случае это произошло на проспекте Ленина, во втором – на улице Гвардейская. Обе жертвы – женщины. По версии следствия, грабежи подсудимый совершал с применением физического насилия. Окликал женщину, бил по лицу, а затем отбирал сумки. Что в них может быть? Деньги – сотовые. Но общая сумма ущерба – около 6 тысяч рублей. Кстати, на сбыт награбленного иностранец и попался. Подсудимый вину в инкриминированных преступлениях не признает, активно защищается. На его стороне выступают свидетели защиты, это его близкие родственники, друзья, знакомые. Узбекский парень уже успел в Димитровграде завести семью, но неофициально, есть и маленький ребенок. Грабеж – это тяжкое преступление, максимальный срок – до 7 лет лишения свободы. Арина Макарова, Виталий Немов, новости Димитровграда.